Привет, народ! Добро пожаловать на канал Джонни Хоррор. Мы продолжаем с вами играть в Days Gone на PS5. Всем добро пожаловать и приятного вам просмотра. Погнали. Капра! Эй, ты! Я тебя тут раньше не видал. Я Джейкоб Д'Анджело. Все зовут меня просто Ди. Сент-Джон, Дикон, это ты тут, значит, заведуешь стволами? Точно, дружище. Нужны пушки? У меня есть. Если у меня нет, значит, их вообще нет, понимаешь? Ага, буду иметь в виду. Вот это классная чикагская скрипка, вообще обалденная пушка. Вот это тоже классная РПД. Тоже отличная. Конечно, много тут чего можно прикупить. В принципе, в дальнейшем мы с вами это все сделаем. Обновим оружие. Да ну ты что? Так, ну вроде как все, поехали. Капрал, увидимся. Капрал, что нужно? Уже ничего не нужно. Все, поехали. Сент-Джон! Капрал Сент-Джон! Как меня слышно? Эй, эта херь вообще работает? Блин, не пашет, наверное. Тейлор, пашет твоя рация. Что такое? Дикон Сент-Джон! Это самое я. Я так просто решил проведать, как ты там. Я же тебя не видел в самой присяге. Вот это был цирк, скажи. Тейлор, знаешь, я занят. Что? Что за хрень они тебе там поручили? Меня, о, меня тут типа в пехоту убегли. Ходим целыми днями, жжем гнезда, рубим деревья, бревна таскаем. Извини, чем ты говоришь занят? Исследовательский проект. Меня посылают водище за сырьем для... Короче. О, черт! Я об этом слышал! Да, да, они делают оружие! Биологическое, химическое, чтобы всех фриков спалить, так? Так, все, мне пора. Ладно, ладно, слушай, тут такое дело. Я просто не уверен, что правильно сделал, вступив в эту армию. Понимаешь? А, Тейлор, что у тебя за рация? Тебя точно не прослушивают? О, черт! Я так и думал. Ладно, все, конец связи. Тервор, это, по-моему, это тот Нарик, по-моему, если не ошибаюсь. Так, у нас тут все вроде по лажурке. Угу. Капрал Дикон Сент-Джон! Как меня слышно? Эй! Тейлор, что тебе нужно? Ага, ты на связи. Короче, я вдуплил, как этой штукой пользоваться. Теперь у меня защищенный канал и все такое. Как дела, чувак? Тейлор, я сейчас занят, так что... Да, извини. В общем, тут прошел слух, что кто-то провозит наркотики в лагерь прямо под носом у полковника. И наркота хорошая. Что-нибудь об этом знаешь? Я не употребляю, так что нет. Я вообще не в курсе. А что? Не-не-не, я тоже нет. Просто тут этот парень, один из новобранцев, подозрительно себя ведет. Постоянно выезжает куда-то, приезжает. Я подумал, слежу-ка я за ним. Посмотрю, чем он занимается. Этого еще не хватало. Просто скажи Коури, он сам разберется. Ты понял? Да. Ты прав. Ладно, мистер Сент-Джон, поговорим потом, а? Как там? Конец связи. Ну вот же этот, господи, блядь. Тейлор, вот куда тебя несет? Нарик этот Тейлор, блядь. Так, это что такое? Так, погоди-ка. А, лагерь здесь, да? Ну, кстати, зачистить. Ну, сейчас давайте задание выполним, а потом, может, будем ехать обратно, может, зачистить. Это радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. Федералы присутствовали с дороги! К нам на
налогоплательщикам котелятак выгодно. Но вы все их тупости недооцениваете. Знаете, главные шишки прячутся сейчас по бункерам. И что еще тогда вонут фрики? И что же Неро оставили бы после себя? Они спасали бедных и голодных или своих драгоценных избирателей. Не выполняли свои прямые обязанности. Они спасали элиту, тех, кто правит бал. Они отсиживаются под землей, пьют шампанское и ждут. А мы тут гибнем в муках, чтобы федералы могли начать все заново после перезагрузки. Но они не учли одного. Мы не так глупы, как им кажется. И когда фрики исчезнут, а власти придут вернуть себе мир, мы будем их ждать. О, да, мы будем ждать. И они пожалеют, что вылезли из своих нор. С вами Марк Копланд. Это радио «Свободный Орегон». Не верьте лжи. Так, вот это гибаем тут. Орда, что ли, где-то бегает? О, нифига себе. Тут пожестче все будет, чем у предыдущих локаций. Это прям вообще жесть. Можно что-нибудь смастерить? Да, можно, можно, конечно. Всем тут. Угу. Там должно включить. Ребят, как договаривались, будем тогда сейчас прокачивать запас сил, потому что реально не хватает их. Слишком быстро расходуется прям. Так, сейчас мы все это берем, а то сейчас привлечем внимание зомбаков. Так, ну, вроде как бы типа все. Ну, точно не могу сказать. Так, нужно это. Обычно он говорит, о, канистра. Готово. Вроде так. Так, подожду потом байк заправить. Ура, зеленый свет. Зеленый — это хорошо. Угу. Ну ладно, что у нас здесь? Нахрен нам этот, по-моему, да, здоровый. Инъектор Неро. Рабочий хоть? Рабочий. Так, давайте запас сил. Угу. Вот это да. Так, а что в том? Черт! Да тихо, ты тихо. Еще один регистратор. Что-то я не хочу это слушать. Куда бежать? Куда?
уже, помоги! Господи, вот это приверженность долгу. Да. Ну вот, порядок. Так, куда нам надо ехать еще вперед, да? Угу. И тут гнезда. Зона заражения. Ну и вонища. Надо сжечь их, чтобы ничего не осталось. Ну да, придется сжечь. Что поделать-то? Так, давайте посмотрим. Так, у нас максимальное количество. Угу. А ты откуда взялся, маленький хитрец? Да, неплохо. Хитрюшкан. Так, что у нас дальше? Так, здесь у нас все в порядке пока. Ну, 80, в принципе. Давайте, почему бы и нет. Лом. Я только не мог понять, где тут дальше, что ли? Ну-ка, не. Ты, блин, банши хрену. Воу. Откуда вас тут вообще повылезало? Это мне нужно. Может... Так, я где-то брал, да, по-моему? Или нет? А, ну да, вот. Вот все, здесь ломик. Угу. Так, ну вроде дальше. Неужели? Погодите, аптечка нет? Вроде на скорую похоже, да? Ну не скоро, как бы это, типа... Как наш пожарник или МЧС. Ладно, остальные сожгу потом, когда вернусь. Воу, тихо. А, дочь, угомонись! Так, я не могу понять, где сжечь-то, блядь, как называется, долбанное. По-моему, наверху, наверное. Так, максимальное количество, ничего не надо. Он так их чует, прям. Лагерь намадов. Я таких уродов уже видел. Нужно с ними разделаться. Вот так. Что-то тут еще вызовешь тут, блин. Так, а что такое там? Ладно. С годом кровищи. Все, не уйдешь.
Полковник, это капрал Сент-Джон. Я там, где в последний раз видели лейтенанта Норвуд. Здесь все серьезно укреплено. Вы точно хотите, чтобы я пошел в одиночку? Выполняй приказ, капрал. Конец связи. Есть, сэр! Твою мать! Давайте, уроды, идите сюда! Так, обычно я с той стороны заходил, со стороны моста он там. Ну ладно, в принципе, здесь тоже пойдет. Тогда байк надо подогнать. Что-то мы далеко оставили его. Убийцы его! Это еще что? Кто-то попал в ловушку? Кто тут еще? Помогите! Мне нужна помощь! Тихо! Вау, ни хрена себе! Не понял, где там? А, вот там. Иди сюда. Все будет хорошо. Тебе здесь не выжить. Я знаю лагерь. Там безопасно. Нет, нет. Где? Где? Я пойду. Так. Так, иди к Крейтер Лейк. На Уизард Айленде есть лагерь ополчения. Найди полковника Гаррета. Господи, спасибо огромное. Я думал, тут и умру. Скажи им, Дикон, Дикон Сент-Джон. Держись подальше от дорог и беги. Да. Так, что тут у вас еще интересненького есть? То, что я могу взять. Ну, кроме этого, понятное дело. Стоп, 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 стоп. Ага. Байк ополчения. Это наверняка ее. Ну да, походу дело ее. Так, тех я завалил парочку, это хорошо. Пока соберем, пока не подойдут. Опа, берем.
Лейтенант, вы здесь? Держитесь! Я иду! Так, патрончики. Отлично. Как-то странно он лежит. Как это голова его... За дверью находится. Нормально. А что это такое вообще? Прикол. Сейчас, секунду. Ну что, как вы, лейтенант? Сент-Джон. Слава богу, я уже отчаялась. Да? Один хороший друг сказал мне, никогда не отчаивайся. Потерял надежду, и все, считай, ты труп. Буду иметь это в виду, когда в следующий раз нарвусь на засаду. Ну, вы в порядке? Короче, лагерь зачищен, ваш байк цел. Сможете добраться самостоятельно, а? Да, доберусь. Спасибо, Сент-Джон. Не за что. Все, гоните быстрей. Повысили, да, уровень? О, отлично. Так, давайте посмотрим, сколько у нас очков навыков вообще. Вау, у нас 7, ребят. Знаете, что я думаю? Давайте мы десяточку добьем и прокачаем нормально так. Потому что, в принципе, так пока справляемся со всем. Так, вроде ничего не забыли. О. Что? Потому что мы про это очко нахуй вообще забыли. Пусть лучше будет десяточка, красивое число. Хотя семерочка тоже ничего. Но десяточка получше все-таки. Тихо. Так, я понял. А, зараженные зоны. Кстати, мы можем по пути, в принципе, их прокачать. Это, только, наверное, с другой стороны это получится. Тоже лагерь, кстати. Давайте пока... как раз зачистим, в принципе, недалеко. Давайте до лагеря очистим. Потом, если будет по пути зараженной зоны, мне кажется, по-моему, наверху они находятся. Над этим, над туннелем. Вроде как, если насколько я помню. Но все равно, ладно. Прикинь. Так, давайте дальше зачистим лагерь. От всяких там мародеров. Так, тут все, ничего не надо. Поехали. Нужно их спалить. Жить станет поспокойнее. Кстати, хорошо. Еще одно гнездо. Сожжем и его. Лови! Блин, что я делаю? Это вообще дурак. Вот я дурачок. Вау-в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 ау. Я понял, ребятки. Запаху гнездо где-то рядом. А, вон там они наверху, да? А, все, я понял. Где-то рядом. Я учу огонь. Где оно? Так. Твою мать, ведь рядом где-то. Еще одно. Ну, сейчас подпалим. Тут еще одно гнездо. Сейчас мы его... Еще одно. Погнали. Еще одно. Сейчас его остановим. Еще одно гнездо. Зажжем и его. Вау.
Полковник, докладываю. Было непросто, но я ее вытащил. Лейтенанта Норвуд. Молодец, капрал. Я вышлю патруль навстречу. Она сказала, что обратно доберется сама. Ах, ты, блин. Ох ты, вот. Что класса. Так, я понял, это большой чел. Ага. Поменяешь? Да чтоб. Ох ты, гата. Готов. Так, она сказала, что обратно доберется сама. Я попозже свяжусь с вами, узнаю, как она. Отбой. Гнездо. Должно быть где-то здесь. Да чтоб вас. Да ё-мо, чё вот я убираю? Это я убираю. Это. Так, короче, надо их нахрен вводить. Прибыль. Как там лейтенант Норвуд? Капрал, я только что прочел ее рапорт. В нем говорится, что ты уничтожил целый лагерь намадов в одиночку. Ну, не мог же я ее одну там бросить, сэр. Очень хорошо, капрал. Капитан Коури рекомендовал тебя к повышению, и я начинаю понимать, почему. Еще одно. Ну, сейчас подпалим. Так, ну, вроде все. Так, понятно. Когда там что не летает. Так, пусто. Так, давайте проведаем. Может, здесь что-то тоже есть? А, тут тоже, оказывается, да? Птички, пички. А у нас один этот коктейльчик. Я чую гнездо. Оно где-то здесь. А, вот, точно. Так, гнездо, да, он у нас керосина нету. Ладно, зачистим в другой раз. В принципе, мы сейчас все равно не найдем ничего. Mm-hmm.
Да, патрончики нам нужны, конечно, как же. Вроде все то, что надо, мы собрали. Так, поехали в лагерь очищать. А, у них можно керосинчик, кстати, найти. И припасы для коктейльщиков. Детальки. Да, давайте так и сделаем. Все это нам очень нужно пригодиться. Так, вот. Отлично. Хорошо. Всего-то два патрона. Блин, ну что, прикалываете, что ли? Вот, уже можно что-то создать. Отлично. Уже получше. Так, где-то снайпер, да, он там снайпер. Никто не должен уйти. Жалкие насильники и убийцы. Это люди! Укрытие, нужно укрытие! Как жизнь? Придется набрать. Начало положено. Блин, я думаю, не заметят. По стелсу, думаю, пройдут. Да хрен там. Уже палят. А, вон, вижу, вижу. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Воу. Угу, ну там где-то еще палит. Прикинь. Черт возьми! Катку. Так, где-то еще. О-о-о. Оба-на. Так, снайпер готов. Так, аптечка. По-моему, там было, если не ошибаюсь. Что-то кто-то. Козлина. Котов. У нас потери, потери! Потери, потери. А с нашей стороны вроде нет, все порядок. Угу.
Да ты козел. Не понял, где там? Ох, блин, блин. Смотри, мне кажется. Так, еще двое остались. Так, еще один остался. А где он там? В этом лагере что-то, ну это все в этом. Где-то здесь нет. Где-то здесь, а вот. Кажется, все. Теперь на дорогах будет поспокойнее. Не намного, но все-таки. Бункер. Да, наверняка у них был бункер. Типа только. Ух ты, как тут много. Вот и люк. Я так и думал. Карта. Они тут все подробно разметили. Петельный болт. Что у нас тут? Как изготовить? А, отлично. Ну, это через арбалет. В принципе, мы им не пользуемся, поэтому такой себе. Кого мы тут пропустили-то? А, снайпера. Угу. Так, ну все, тут, в принципе, можно свалить. Нам делать, в принципе, нечего. Канистру, в принципе, можно взять. А. Фрики ждут. Объедают. Капец, сколько еды. Ну, в принципе, ладно, пусть кушают, что же поделать. Вот так. Хорошо. Ух ты, сколько всего тут у нас много, как, а? Ребята, ну это вообще прям капец, прям удачно улыбается. Давайте, да уж, раз на этой локации, в этой стороне, да, мы и будем ее потихонечку зачищать. Тоже хорошее дело. Смотрите, тут три нейра, ребята, это вообще круто. Прям все для нас. И, знаете, как раз и зачистим тут зоны. И приедем, у нас уже лагерь немножко будет, может, прокачан до второго уровня, кто знает. Так, поехали. Канарду пока не наткнемся. Ну, хотя если наткнемся, все, попробуем развалить. Еще маячок. Mm-hmm.
еще один регистратор. Эй, ты завтра дежуришь? Забыл играть. Что тут да, меня сразу на 4 дня подрядили. Так вообще можно? Подрядили же. Ну да. Значит, можно. У нас много работы, а времени мало. Да, я понимаю. Но правда, Витек, они нас как-то плотно запрягают. Да, инвектор Неро. Что, вам некогда было поиграть в шашки в своих отапливаемых бункерах? Сочувствую. Так, что мы прокачаем? Давайте здоровье. Шикарненько. Так, давайте-то сюда. Так, все максимально, да? Ладно. Потому что все нормально, окей. Так, что у нас здесь? Давайте еще создадим. Все равно сейчас там тоже уничтожать будем. Что дело? Дать же мясо. Ну да, в лагерь, кстати, отдадим. Ну тут, в принципе, много припасов, так что хорошо в этом плане. Как бы для оружия припасов, в принципе, проблемы, думаю, не должно быть. Так, секундочку, я посмотрим, хочу зачистить. Ну, давайте там на обратном пути зачистим. Здесь тоже, конечно, защищать надо много всего. Интересно, что здесь? Так, это, по-моему, в пещере. Сейчас. Главное, чтобы барды не было. Так, постой. Угу. В принципе, вечер, они, наверное, все-таки кормиться пойдут. Регистратор. Посмотрим. Давайте. Абсолютно точно. Такой дозой кетамина можно вырубить динозавра. Заметка номер 2. Изучаю образец Ursus Americanus Mutans. Шатун. Так их называют номады. Спасибо, Капрал, что держите нас в курсе местного диалекта. Субъект продолжает терять волосяной покров и набирает массу в ускоренном темпе. Вес составляет около 400 килограмм, что на 20% больше предыдущего значения. Большой медведь. Это не медведь, Капрал.
Уже нет. Отец на них охотился. Не здесь, в Северной Калифорнии. Он рассказал мне, где подстрелили самого большого черного медведя. Я весь внимание. Нью-Брансуик, 1972 год. Больше 1000 фунтов. То есть 500 килограмм. Раз уж это теперь часть моего отчета. Поверь, прежде чем мутация остановится, наш зверь того перерастет. Ладно, погнали отсюда, пока он не очухался. Я согласна. Могли бы прибить его, и тогда бы он не пытался теперь нас сожрать. Так, дальше. Заправка. Давайте сюда. Кажется, зачистим эти зоны. Так, это на той стороне, да, находится? Угу. Еще одна зона заражения. Так, ну нам сейчас сначала Неро надо забрать, а потом... Вернусь попозже. Сожгу оставшиеся гнезда. Стоп, 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 стоп. Где это, наверное, находится-то, блядь? Дорога должна быть. Угу. Так, здесь мы не объедем. Давайте тогда по этой стороне. Я не вам, или это миссия будет? Ну, ладно. Давайте попробуем. Так, ну мы мешать им не будем. С гнездами. Ты, бля, пойду так. Ага. Ха-ха, мне не пустил. Не, я просто выйду. Как вас тут много там, ребята, бега вот. Так, надо чищать, да, надо чищать. Потому что это такой сидел он, наверное. Где они тут?
еще одно гнездо. Сейчас мы его... Так, ну это понятно, это пепел. 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 Там едет, а эти, наверное, чувачки. Ну, они, в принципе, нам не мешают, поэтому хрен с ними. Угу. Капец, сколько этих патронов. Наверное, была реально бойня, наверное. Когда только начиналось, вот прям вообще пипец было. Так, ну все, на максималке. Патруль бандитов, черт. А ему по барабану, блядь, он даже поехал. Так. Здорово, дружбан. Раз мы здесь, мы зачистим, ребят, зону просто. Так. Воу. Принял суд. Ну давай. Так, он мостом был. Ну да. По запаху гнездо где-то рядом. Так, здесь уничтожили. Угу. Можно, в принципе, вот это тоже уничтожить. Так, а это тогда
По-моему, это, насколько помню, сюжетку, поэтому... Ну, давайте, знаете, как, в принципе, проверим, если просто не ошибиться. Ну, как раз патрончик сейчас соберем. Так, тут много всего что-то как-то это. А, тут две дороги, понятно. Конечно, вообще нам надо бензик. Да, здесь тоже не проедешь. Да, по-моему, это миссия, насколько я помню. Да, мы пока не сможем попасть. Как и мы бы не хотели бы. Окей, ладно. Давайте-то сюда. Тогда зачистим потом. И вот эти захватим с вами по дороге. Так, у нас с бензином немного беда. Надо где-нибудь его раздобыть. Вот здесь возле лагеря ничего такого. Вроде нет. Заколебал меня.